маленькая инструкция по производству бреющих полетов. При бреющем полете надо не забывать, что колесики все-таки находятся ниже уровня глаз пилота, поэтому высоту надо чувствовать, чтобы ими ни за что не зацепиться. Ну и прогнозировать ситуацию вперед на пару ходов. Аппарат все-таки довольно инерционен, он не мгновенно выполняет команды, ему на это требуется какое-то время. Поэтому вот на бреющем полете, когда препятствие прямо по курсу, надо предугадывать, чтобы аппарат успел их облететь. Вот. На бреющем надо ходить немножко на повышенных оборотах, а аппарат как бы придерживать, чтобы он не мог начинать взлетать. Обороты повышенные, а мы его как бы держим, не даем ему взлетать. Ну а дальше мы планируем между препятствиями, облетаем их, стараемся не смазаться, не забываем, что может в любой момент просадить, крутануть, полтануть. Это надо все учитывать, будет готово. Вот, отбросить аппарат можно, если планировать некуда перелететь препятствие. А когда мы перелетим, не снижая оборотов, ручки, показываем аппарат и продолжаем брить. Вот тропинка такая у охотников прокошена, вот до нее можно полетать. Все хорош бреющий полет. Очень хорошо оттачивает, особенно молодых пилотов, чувство работы ручки. Этот аппарат, задача держать на постоянном высоте, при этом умудряться еще маневрировать. Вот она, техника выполнения бреющего полета. Против солнца лучше не брить, видимость значительно хуже, можно ошибиться с расчетом расстояния, препятствия и, так сказать, приключения на свои бритые сзади. Вот, брить надо по солнцу. И само собой, это вот тут у охотников разделочная мастерская, какое-то новое постановление партии правительства, как они объясняли. В каждом микрорайоне, или как там оно у них делится, у охотников должна быть место разделки туши. Алло, алло, алло. Да, привет. Так, завтра в рейс. Машина на... Ключи там девушка вынесет. Во сколько надо на загрузку-то ехать? А, ну от Купчино там недалеко. То есть буквально за час можно до загрузки забрать машину и доехать. Отвлекли телефонным звонком, рассказывал про бреющий. Ну, собственно, да, вот. И кроме того, что против солнца опасно брить, перед тем, как делать бреющие полеты, надо над местностью пройтись на безопасной высоте, посмотреть, не появилось ли что новенького. Если местность знакомая, как у меня вот тут, как говорится, я все мели знаю, и то попадаются сюрпризы иногда.
Вот. Вон еще одна охотников, это самое, как они называются. Короче, караулят кабанов. Если они картошку сидят. Вот, будочка сидит там с пулеметом. И отстреливает бедных животных. Вот она, засидка. А, так вот, прежде чем брить, проходим на высоте, на безопасной. Безопасная высота это где-то метров 5-10 выше макушки деревьев и столбов. Вот как здесь, допустим, местность, да? Сходим на ней побрить, над ней. Вот тут речушка, вроде как красиво. Поэтому сначала ее надо осмотреть, что тут есть. Вот, во-первых, курганчик какой-то. Во-вторых, он линия. Лэп проходит одна, вот вторая. Провода при полете не видно, ориентируемся по столбам. Вот такие вводные для следующего полета. Когда мы это все осмотрели, разворачиваемся по солнцу, чтобы заходить. Вот по солнцу провода видно, кстати, поперек, когда они были. Вот, развернулись, зашли. Вот оборот у нас 4,5. В общем, где-то так и держим. Так и держим, а аппарат снижаем не двигателем, а крылом. Обороты так и держим примерно. Такие же, как в полете. Даже, может быть, чуть-чуть и побольше. Вот она, наша речка. Вот там провода. Сейчас высоту набираем. И провода благополучно перелетаем. После чего опять можем снизиться и рассмотреть какие-то нюансы. Вот пробреющие полеты. Внимательно, осторожно, тогда все будет красиво и безопасно. Выключаемся.